театра потрясающее впечатление. Я понимаю, каких это трудов стоило огромных. Я рад за своего коллегу Давида Тухманова, который написал, я считаю, классическую музыку. А я не говорю уже о постановке Дмитрия. Супер талантливый человек. Там столько находок было. Я просто удивлялся и радовался, что у нас есть такие гениальные творцы. Финал потрясающий. Я прослезился, потому что настолько это трогательно и по славу России нашей. Но прежде всего низкий поклон Дмитрию Александровичу, потому что это его произведение. Все, что происходит на сцене, начиная от каждого персонажа в хоре, который умудряется двигаться и танцевать, и потрясающе петь, и вся пластика всего спектакля создана, придумана, собрана нашим любимым Дмитрием Александровичем. Потрясающий совершенно хор, который околдовывает, окутывает голосами, прекрасные костюмы. И, конечно, ты чувствуешь себя частью нашей российской истории. Буду приходить на спектакли и получать такие же замечательные впечатления. Давно уже не было таких декораций, костюмов. Все безукоризненно. Эти аплодисменты несмолкаемые, это действительно большая награда и труппе. Это оценка театра. Надежда на то, что зал этого театра будет полон всегда. Я поздравляю и Дмитрия Бертмана, и я посоветую своим студентам и мастерам, конечно, бывать здесь и впитывать искусство живьем. Да, у нас есть помимо великолепной проработки с точки зрения театрального искусства, плюс еще очевидное глубокое внедрение в исторический материал. У всех завораживают эти массовые сцены, связанные с различными балами, торжествами. Действительно складывается полное впечатление, что это не театральный какой-то момент, а в силу того, что подлинные лица интегрированы вот в эту такую кипящую, бурлящую среду, полное ощущение, что именно они же, тут и присутствуют, собственно, те самые персонажи, которые являются историческими, настоящими, действующими лицами. Уже несколько лет заслуженно она проехала по всей нашей стране, в разных была городах, и везде имеет колоссальный успех. Я считаю, что это обосновано, это результат великого труда всех, кто к этому умел учиться. Царица снова царствует в Москве в таком замечательном, совершенно потрясающем, соответствующем вот этому спектаклю здании. И мне бы хотелось, во-первых, сказать слова благодарности Диме, его замечательному театру, замечательному коллективу, замечательным ребятам из хора. Хотелось пожелать вот творческих успехов, побольше радости в жизни, хороших, замечательных, благодарных зрителей. По моему мнению, это абсолютно достойное, громких аплодисментов, оваций, спектакль. Молодцы все артисты, выступили изумительно. Поэтому я желаю большого зала и большого процветания как театру, так и в частности этого спектакля. Все, что связано с этой оперой, с этим произведением, выглядит для меня как некое чудо. И авторы этой оперы сегодня на сцене. Это, конечно, дают вам Тухманов. Пару месяцев назад Дима Бертман показал мне вот это великолепное, изумительное здание, этот театр, который само по себе является очень талантливым проектом, архитектурным, как мне кажется, с большим вкусом выполнен. Дмитрий Бертман придумал очень много всяких решений режиссерских и сценических, которые, естественно, не написаны на бумаге. На бумаге написаны ноты и голосовые партии, и оркестровые партии. Я считаю эту оперу патриотическим произведением, и мне кажется, что это правильно и хорошо. Это большая радость для нас, Галей, то, что мы сегодня попали в это удивительное место, о котором очень давно мечтали. Но вот когда мы видим со всех сторон улыбки, это наполняет счастьем. И сегодня у меня просто радостный день. Даст Бог, мы еще сюда придем не раз на этот спектакль.
Ну, во-первых, конечно, потрясающие интерьеры, необыкновенные. Все с таким сделано тактом по отношению к исторической как бы среде. Здорово. Ну, меня удивляет вот мастерство как раз Бертмана, потому что я была большим противником его преобразований в пьесе и, так сказать, драматургии. Но постепенно сдавал позиции, а сейчас смотрю, вижу, как здорово, и вроде бы так и надо. Так что, в общем, у него есть чему поучиться в этом смысле. Особые слова благодарности хочется сказать Дмитрию Бертману. То произведение, которое он создал, сегодня может гордиться вся страна, которая представляет сегодня наше российское искусство, российское творчество, российское новое поколение прекрасных музыкальных художников. И хочу пожелать ему огромного счастья, хочу пожелать ему огромных творческих успехов и таких же новых, интересных, креативных решений. Мне кажется, такой спектакль увидеть уже нельзя нигде в Москве, только в Геликоне. Со слезами я смотрела, особенно последнюю сцену, когда появляется памятник, и встает Екатерина, и все действующие лица, связанные с ее жизнью. А самое главное, что возвращается театр на сцену, когда есть красивые декорации, когда можно посмотреть и получить большое-большое удовольствие от всего.